Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Вы на канале Киевский метрополитен. Сегодня поговорим про станцию метро Дворец спорта. Станция Дворец спорта, 30-я станция Киевского метро, расположена на Селецко-Печерской линии. Входит в тройку первых станций на третьей линии. Открылась 31 декабря 1989 года. Станция колонная, глубокого заложения, имеет 3 подземных зала, средний и 2 с платформами. Залы соединены рядом проходных порталов, чередуясь с пилонами. Также станция является пересадочной на станцию площадь Льва Толстого, Оболонско-Теремковой линии. На этом у меня все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Киевский метрополитен. Всем пока!